Hard work and love and devotion of Brajendranandan Prabhu and Pranishori.
dándolo para poder entrar que yo ahí de mí. I corrected the photos that I found on the telephone. So in a few days we'll be going to the place where many of these, the acharyas, especially before Chaitanya Mahaprabhu, there were many of them were based in Udupi. Были там, особенно до прихода Чайтанья Махапрабху. So we'll study the history of our sampradaya. Там мы будем изучать историю нашей ученической преемственности цепи этой традиции. So finally, завершение предлагаю свои поклоны всем вайшнавам и вайшнаве. Causes mercy of Sri Guru and Varaha, we have been studying the Tathak Chandrika of Sri Rupa Goswami. По беспричинной милости Шри Гуру Гаурангу мы начали с вами изучение Шри Натак Чандрики, написанной Рупой Госвами Пада. So we have completed our discussion of the different ways that the drama is introduced. Мы успели обсудить вступление в драму. So now we come to the actual main body of the drama. What is this? И как не знаете, Гурдев всегда говорит тысячу раз, никогда не стоит там портрет и не привязан. Я уже это говорил много раз. Put a picture which is not mine. Никогда, ни при каких обстоятельствах не ставьте вот так. Any picture, anywhere, изображение, which is not mine, in such a way that it cannot move. Никогда не так не облокачивайте изображение очень важных личностей или что-то святое, не привязав. Это Гурудев уже говорил миллион раз всем на всех фестивалях. Not only outside, like we're almost outside now. Also, это не только касается, когда мы на улице, как мы сейчас. Даже если вы внутри помещения. Any pictures at all in the festival, you have to tie everything. Because if someone opens a window, then the draft will even inside can. На всех фестивалях, всех сборах, ретритах всегда прикрепляйте очень туго изображение ачарьев или Кришны, потому что любой скользня, кто-то откроет окно, вот это всегда непременно происходит. I've seen so many times people get set up for some festival and they open a window and the wind blows and big pictures with glass shattered. Сколько раз это было, когда изображения застекленные всегда бились из-за того, что кто-то так не продумав, ставил картины, и кто-то открывал окно или дверь, и все это рушилось. So I request, please never balance things and hope for the best. Поэтому еще раз, последний раз, прошу, у вас всех мозг есть, Кришна вам дал, пожалуйста, его применяйте в жизни. Не надо вот это играть в надежду на лучшее и балансировать все это. So now we come to the subject. Сейчас мы переходим к теме лекции. So, according to Bharat Muni and following in his footsteps, Srila Rupa Goswami. В соответствии с теорией Бхарата Муни и также Рупа Госвами, который следует Бхарату Муни. When the poet is constructing an astonishing drama. Когда поэт пытается сочинить удивительную драму. Then he is considering the components. Он всегда внимательно продумывает все составляющие драмы. You see, in a nataka, в натаке, the poet is always working with a story which is well known. Поэт всегда работает с историей, которая уже широко известна всем. So then, how do you adapt that story for the stage? Поэтому как в это адаптировать известную историю в сценарий для постановки? Because any story from Srimad Bhagavatam
using poetic verse. Все истории Шримад Бхагаватам написаны поэтической. Spoken by a narrator. В стихотворной форме. The Ramayana, the Mahabharata, and other epics are also in this form. Махабхарата, Рамайна то же самое. Все это поведано каким-то. So if you go to make a stage play, then you have to adapt that into a dramatic form. Поэтому необходимо адаптировать это в форму сценария. So there should be some structure, a method how to do it. Поэтому нужен какой-то определенный подход, методика того, как это сделать. So this structure I have sent in an email attachment to you. Сегодня я нескольким преданным послал по email. To Krishnadas. Кришнадасу. To you also. Я послал это. Прямо Все имейлы я знаю. It's there in your email. But we'll write it on the board. Я всем разослал, но мы напишем это тоже на доске. So it will. It will have to look like this. So you make it. Three columns, with five, three columns with five things in each. I have to write that. So right at the top, in the top left corner. So the first are the five stages of action. Пять этапов действия. So they're called the karya. Они называются karya. Karya means the goal or the finale of the play. But say. But that goes through. Five stages avastas. So that is called karya avasta. The five stages that lead to the goal. Но должно быть пять этапов развития действий. Поэтому это пять карья аваста. You have another one? So the five karya avastas. The first one is called arambha. Arambha. So arambha. Арамба – это первая карья аваста. It means commencement or beginning. Начало. And арамба also means a venture or a venture or an undertaking. Это предпринимание. When you decide to do some undertaking or to go on some venture, the venture itself is called an арамба. So арамба means commencement or the beginning, and it also means venture. То есть карамба означает начало, предпринимание. Like Sindhu Rupa Goswami has said in Bhakti Samhita Sindhu, one of the angas of bhakti is the not to do bahu arambha, to take on some big ventures. То есть это какой-то арамба это проект даже, потому что Рупа Госвами говорит в Бхакти Расамрита Синдху, что одна из составляющих анг бхакти это не брать на себя больше, чем вы можете исполнить в жизни. So let's say you decide, I want to build this enormous temple. Кому-то приходит в голову построить огромный грандиозный храм. And you have no money and you have no manpower. И денег у вас нет, людей нет. So then you can work very hard for this for many, many years with little or no results. In the meantime, you forgot to chant. И вы можете посвятить вот этой своей идее фикс много лет жизни, трудиться, пытаться что-то там это построить, в результате ничего не построите и позабыли о том, что нужно воспринимать. Рупа Госвами предостерегает всех, что не следует предпринимать никакие грандиозные брать на себя проекты, которые могут вас отвлечь от сути самой практики. Then we might say, but our acharyas, they have constructed huge temples and made very big projects. Кто-то может возразить, но как насчет наших ачарьев, которые построили огромные храмы и совершили такие невероятные какие-то проекты? But we have to understand there is adhikar bhed. There's a difference between their level of qualification and our level of qualification. Если такие идеи и сравнения нам приходят в голову, надо понять, что надо немножко стать посмиреннее и понять огромную разницу в их квалификации, адхикаре. И нашим адикари, нашим so, способностям, и нашей шахте. Their sadhana will not be disturbed, their sadhana will not be impaired, because they are siddha. Так как они совершенны,
то это никак их садхане не повредит, их практике тоже. They already become perfect, so there's no, they cannot be any disturbance to their attaining perfection. They have become perfect. Они достигли совершенства, поэтому уже никакие проекты не помешают их процессу достижения совершенства. So then they may engage their disciples in some big endeavor. И поэтому они могут вовлекать своих учеников в какие-то масштабные проекты. But if the disciples independently from their mind invent something to do, then this will be detrimental for their sadhana. Это одно дело, если гуру нам дает. If they're trying to fulfill the desire of their spiritual master that they've been instructed, then it will be beneficial. Поэтому очень важно не придумывать своих проектов, каких-то задумок. Если Гурудев дал нам такое наставление конкретное, как-то послужить миссии, которую он будет осуществить, это Гуру Сева, тогда мы под его руководством. А если мы что-то сами себе придумали, то очень вероятно, что мы окажемся в неблагоприятной ситуации. In another context. То есть вот это было объяснение слова «Арамба» в другом контексте. But here it means the commencement, the beginning of the activity, which is the search for the attainment of the ultimate goal of the dharma. Но в контексте драматургии это «Арамба» означает вот это начало. So then the second Карьявастха. Вторая Карьявастха. Is called Ятна. Называется Ятта. Intense endeavor. Интенсивные усилия. So then, the third one. Третья аваста. Is called Praptyasha. Praptyasha. It's the word Prapti. Prapti. Which means attainment. And Asha. Which means aspiration. Praptyasha. То есть Prapti это достижение, Asha это надежда. So Praptyasha is the third stage of the development of the plot, wherein the there is an imaginary sense that the goal you want to attain is it's inevitable. You're just about to get it. Just now it will come for sure. But you are wrong. Такой этап действия, где вы уже почти уверены в своей победе, в том, что вы достигли цели, но вы оказываетесь неправы. In other words, it looks as if the drama is perhaps the drama will be over because the success is just coming just now. Это этап драмы, в котором кажется, что все идет к концу, потому что уже успех гарантирован. So it is not prapti, actual attainment. It's only prapti asha, the aspiration for the attainment. Is there because the person is just so close to attaining their goal? But what happens? Or some big obstacle comes and it seems that everything is lost. Это обманчиво. То есть это лишь видимость успеха, праптиаша, а потом оказывается, что все порушилось. So then the fourth stage. Четвертый этап развития действия. Is called nityata, nityatapti. That means nityata apti. Nitya apti. Nityata apti. Sorry, niyata apti. Niyata apti. Yeah, niyata apti. So, that is the certainty of success. That means when all the obstacles have been cleared and there's absolute certainty that success will be attained. Это гарантия успеха уже, что все препятствия были преодолены и успех уже обретен. That is the fourth Karyavastha, stage of the plot. Четвертый этап действия сюжета. Then the fifth one. Пятый. Is called Phalagama. Phalagama. Phala means the fruit, and agama means come. Phal. So phala. Now the fruit has come. It's the complete success. Phala это результат. Desire of the hero. Результат получен. То есть phal это плод. Phal в смысле слова плод получен. So then. Next to so then next to the let me write down next to them in the second column, then there'll be one third column. So the next column, this is called the Artha Prakritis. В следующей колонке будут изложены Artha Prakritis. So this is related to the psychology of the hero.
это уже связано с психологическим, эмоционально-психологическими состояниями героев. So the first stage is called Beech. Первый этап называется Бижа. So Beech is a seed. Это means seed. Это семечко. And it really means the seed of desire has been planted in the heart of the hero. And it's that desire which is driving him in everything that he's doing throughout the drama. То есть это зарождение желания в сердце героя, то, чем он будет движим во время всех действий, которые происходят в драме. So then the second artha prakriti. Вторая артха пракрити. Is called Bindu. Называется Бинду. That means that some situation should come. That is just like putting a drop of water on a seed. Это бинду, это капля. То есть это должна произойти какая-то ситуация, которая вот как капнет водичкой на это семя желания героя. In other words, the desire is there, but just bring it in, put it in front of the collar so the wind can catch it. So, Bindu is a drop that causes the beech to sprout and grow. Бинду это та капля воды, которая позволяет этому семени желания. It means that as the drama is going on, you get a little glimpse of the desire. It's shown to the drama, and then there's some distraction, something else is going on. And then something happens to make the desire come out again, stronger, like this. And so in this way, in the drama, there can be many bindus at intervals which are causing the intensity of the desire to grow with the little intervals in between of distractions. То есть в течение, в ходе событий драмы вы можете увидеть вот этот начальный момент, когда какое-то желание появляется, проявляется в сердце героя, потом может как-то он отвлекается от этого, потом появляется вот этот бинду, что-то, инстигатор, что усиливает это желание, взращивает его, лелеет, потом может опять что-то отвлекает его, может быть несколько бинду в течение вот этой драмы. So then, the next artha prakriti. Следующая артха пракрити. Is called Pataka. Называется Pataka. Pataka. The last two A's are done. Pataka. So, the literal meaning of Pataka is a flag, a victory flag. Pataka это флаг. But what is the Pataka? The Pataka is an episode. It's like it's another plot running alongside the main plot. The so there's the main plot, and then the subsidiary plot is called the Pataka. Pataka это второстепенный сюжет, который параллелен главному сюжету драмы. So the subsidiary plot has a hero. Another hero, but he's like the secondary hero. Второстепенном. Or heroine. В сюжете тоже есть герой, но он не занимает главное место в драме. So, не главная роль. The Pataka is another story, but it's connected with the main story. То есть Pataka это второстепенный сюжет, который связан с главным сюжетом. Это отдельная история, которая как-то пересекается. And the success of the hero of this parallel story contributes to the success of the main hero in the main story. И успех героя во второстепенном вот этом повествовании он помогает успеху, как-то содействует успеху главного героя, достижению цели главного героя. So, and therefore, the success of the secondary hero is like a flag, which is heralding the coming success of the main hero. Поэтому успех. So when he goes through his struggles and he's successful, and then that indicates that the main hero will also become successful. Символика. So it's a Pataka. Символика названия этого второстепенного сюжета Pataka флаг, что это как символ вредоносный флаг, если тому герою второстепенной истории удается преуспеть в его начинаниях, то это уже символизирует победу героя главного сюжета. Then, the next ingredient is called prakari. Следующий ингредиент называется prakari.
Prakriti is just a singular incident. Это отдельный какой-то эпизод, событие какое-то отдельное. It's also like a subplot. Тоже в какой-то мере является второстепенным сюжетом. So, but the pataka, let's say the main plot's going along like this, then the pataka comes and they go along together for some time. Then the pataka ends and the main plot goes. But the prakriti is also has a story to it, but it doesn't go a long way parallel to the main. It just comes in for one episode and then it's over. Прокрити это мимолетный сюжет. То есть если патака второстепенный сюжет в какой-то мере параллелен главному сюжету в течение долгого времени, то вот это происходит очень быстро. Now, one of the main differences between the pataka and the prakriti. Вторая главная разница между патакой и пракари. Is that the hero in the secondary plot, he may or may not have his own wishes or objectives to fulfill. Что герои второстепенного сюжета могут быть свои какие-то цели, амбиции, а может их и не быть своих личных целей. Generally, he'll have his own desire and his own goals, objectives to fulfill. But not necessarily, but mainly. Обычно у него будут свои какие-то личные амбиции, которые он преследует, но это не обязательно. But in the prakriti, the hero, the secondary hero of the prakriti, is completely selfless and has nothing to fulfill. Whatever he did is only for the sake of the main hero. Но в прокрити, вот этом мимолетном сюжете, very emotional. У героя нет никаких своих личных желаний. То есть все, что он делает, это полностью бескорыстно. So then the fifth art of prakriti. Пятая art of prakriti. Is called karya. Называется карья. So that is the fulfillment of the goal. Исполнение, достижение цели. It is in English dramatic terms, it's called the denouement. В английской терминологии драматургии называется denouement. Where all the loose ends of the drama, everything becomes tied together and finalized. Это развязка истории, то есть все уже свершилось. So, you know, perhaps you have heard the very beautiful story of Indradyumna Maharaj. Может, вы знакомы с красивой, интересной историей о царе Индрадюмне? So first he heard that there was a deity called Nilamadhava. Однажды он прознал о том, что существует божество Nilamadhava. So that became beach. He was very eager. I want to have the darshan of Nilamadhava. Вот это событие было биджей, появлением желания в сердце царя получить даршан этого божества. So then he sent his messengers here and there to find. Он разослал своих людей во все стороны, чтобы они разыскали это божество. But they all came back and they couldn't find it. Все вернулись без обнадеживающих новостей. So one was the son of his priest. His name was a Brahmin named Vidyapati. Один из посланников, которых царь отправил на поиск божества, был сыном, юным сыном Брахмана, жреца царя, его звали Vidyapati. So then Vidyapati was traveling and he came to the village of the Chaguras, the swine herding people. Во время своих странствий и поиска Vidyapati оказался в одной деревне, где жили свинопасы. And while he was there, he fell in love with the daughter of the king of the swine herding. В этой деревне her name was Lalita. Влюбился в дочь свинопаса Лалиту. So now he becomes his story is the pataka. То есть его история становится патакой, это второстепенный сюжет. The main story is how Indradyumna Maharaj will one day have the darshan and the service of Nilamadhava, who, as you know, again, that's Lord Jagannath. That's the main story. And the story of Vidyapati is this is the pataka. То есть, главный сюжет – это история царя Индрадюмны о том, как он хочет увидеть божество Нилмадова, которое позже, как вы знаете, становится космоном Джаганата. А патака, второстепенный сюжет – это уже история юного Vidyapati. So then, as you know, he
His father-in-law comes home every day smelling like the more beautiful than the heavenly planets. Каждый вечер возвращается домой, благоухая каким-то удивительным райским ароматом. So the Diabati is asking his wife, why does your father hurt pigs? Why does his nose so good? И Радиапати начинает расспрашивать у жены, вот каким образом твой отец, когда он целый день пасет свиней, он благоухает таким дивным ароматом. So then, she knows the secret, but she promised not to tell. Лолита знает ответ на этот вопрос, но она не готова выдать секрет отца. But he persuades her, you know, wife, you're like the same part of the same body, you should not hide any secrets. Я потом эмоционально шантажирую Лолиту, говорит, ты же мне жена, ты не отлична от меня. Какие могут у тебя быть секреты от меня? Я твоя половина. And she goes and she asks her father if the father can take him to have darshan of the Nilamanda. Лолита идет упрашивать отца, умоляя его взять ее супруга Радиапати на даршан Ниламандхавы. So then he agrees to take him, but he should be blindfolded. Главный сенапас согласился взять своего зятя, но поставил то, чтобы его глаза были завязаны. He's very clever because on the way to Nilamanda, though he's blindfolded, he's sprinkling mustard seeds. Because he knows when the springtime comes, they'll grow into yellow flowers, and there'll be a trail of yellow flowers, and he'll be able to find his way back to the temple. Но я очень хитро стал, несмотря на то, что он был завязан на глазами, он разбрасывал семена горчицы по пути к Ниламанде, и зная, что когда они весной прорастут, он найдет тропинку обратно с помощью вот этих желтых цветов горчицы. So then he goes, he has darshan of Nilamanda. Я пути наконец-то посчастливилось узреть даршан Ниламандовы. And then he goes, he leaves that Orissa. And he goes back to the king Indrajulna and tells him, I found Nilamadav. И наконец-то он тогда, найдя Ниламадову, он возвращается обратно к царю Индрадюмне с докладом, что ему удалось найти это божество. So, you see, the king had given up hope because a long time had passed and no one could find. But now Bindu came. I found Nilamadav. То есть к этому моменту. So now, first he had the desire. And then there was some interruption, and then the news came with the Diabati, I found him, let's go. So then the Bindu comes and the desire is growing more and more. К этому Диабати царь уже отчаялся когда-нибудь узнать что-то о Ниламандаве, но снова появились вот эти новости от Диабати, и это как Бинду, это опять обнадежило царя, что его цель близка. So then the king sets out with his army and ministers. Царь отправился вместе со всеми армиями, со своей свитой. And they travel all the way there to the mountain where the temple of Nilamandava is. Проделали долгий путь к той горе, где находился Ниламандава. But there's been a big storm. К тому времени произошел шторм. And everything's covered in sand. То есть все занесло песком. But they don't give up. Но они не сдавались. So then they dig out all the sand. Солдаты прорыли туннель через песок. Get to the door of the temple of Nilamandava. Пробрались к двери в храм Ниламандавы. So this is Praptyasha. Это значит, now they're gonna find Nilamandava, but when they open the door, he's gone. Praptyasha, казалось, что сейчас они найдут Ниламандаву, но когда они открыли дверь, увидели, что там никого не было внутри. You see, so the whole story is taking you in such a way that you think there's going to be success. There was the beach, then the Bindu, then there was going to be success, and then it was a complete failure. То есть история развивает таким образом, что вас обнадеживает, что действительно вот сейчас все произойдет. Будет хороший конец, что вначале там были новости, потом отчаяние, потом снова надежда вернулась, и сейчас все у победного конца, потом все опять обрушилось. So then the king, he wants to die. Царь уже готов умереть. And he's fasting. Он стал поститься. So you know the story. By the mercy of Narada, he was taken to the heavenly planets. Но вы знаете, что в истории позже Нарада взял царя с собой на райские планеты. And he saw Nilamandava there. И царь увидел Ниламандаву там. And Nilamandava said, go back to earth. Ниламандава повелел ему, вернись на землю, да. Жди меня там, я приду. So, the king had made a very big temple for Nilamandava, but he couldn't find him, so that he could not put Nilamandava in the temple. Царь ждал появления Ниламандавы, он построил огромный храм для него, но Ниламандавы все не было. And when he got back to earth, когда царь вернулся обратно на землю, then he came to his temple and another king was there and he was in charge of the temple. Он пришел к этому храму, к своему дворцу, увидел, что там правит этим дворцом и заведует храмом совершенно другой царь.
And then they entered the of the king. His name was Galamata. They having an argument. И он стал тогда вступил в спор с этим царем Галамадовой. I am the king. Каждый настаивал, что он царь. You are imposter. No, I am the king. You are imposter. Другого кого-то я царь этого места. Ты самозванец какой-то. Только сам ты самозванец. Я правитель. Because while he was in Brahmalok, though he was there for a short time, because of the time dilation between the planets, when he came back to Earth, hundreds of years had passed. Из-за того, что этот планета отправился в другое измерение, на Брахмалоку, где время протекает по-другому. По сравнению с землей, то хотя он провел там совершенно мало времени, но на земле уже прошли тысячелетия. So when the two kings were arguing who was the real king and in charge of the temple. И пока вот эти цари вступили в перепалку, оспаривая трон. Then то туда подлетел ворон Какабушанди. So Какабушанди is a crow. He's associate of Lord Ram and he lives for thousands of years. Это такой долгожитель ворон, который живет тысячи лет, спутник Господа Рама. So he tells Galamada, the new king, he said actually yes, he was the king who originally built this temple thousands of years ago. Then it became a ruin and you rebuilt it. И тогда Какабушанди Индраджумна объяснил новому царю, он сказал, что да, действительно, перед тобой стоит прославленный царь Индрадюмна, который построил храм Данила Мадова, но со временем, за тысячелетия этот храм был разрушен, и ты его реставрировал. So then Galamada bowed down to him. Oh, you are the Indrajumna. Excuse me. После засвидетельства того, что это Какабушанди засвидетельствовал слова Индрадюмны, то Галамадова тогда признал себя подданным царя Индрадюмны. They became friends. Они подружились. So, as promised, the Nilamadava appeared as a big log of wood floating in the ocean. И позже, как он и обещал, Nilamadava появился в форме огромного But when it washed up on the shore, it was so heavy that even all the king's soldiers couldn't move it. Огромнейшего ствола дерева, которое принесло приливом к берегу, но никто, дерево было настолько тяжелым, никто из солдат не мог его осилить, вытащить на сушу. So just when they were giving up and thought that it was impossible, some really strong fellow came out of the jungle and himself by himself he lifted the whole thing. И тогда все уже были готовы признать поражение, просто понять безнадежность этой ситуации, что это невозможно бревно вытащить на берег. Вдруг появился такой крепенький дядечка из джунглей, подошел и вывел это бревно запросто. So then you know the story how Vishwakarma, sorry, Maharana, one Brahmin called Maharana, he carved the deity of Lord Jagannath from this log. Потом Брахман Махарана, он изваял из этого бревна, из этого ствола дерева, божество Джагната. And when it was time, when in Jagannath Puri we'll tell in detail, just telling some Puri мы подробно услышим историю. Сейчас просто я это все иллюстрирую вот этими составляющими драмы. So now Jagannath had appeared. Теперь Джагнат появился. And it was time to that he should be installed in the temple. Наступило время установить это божество в храме. That had been made by King Indrajumna. Который был построен Индрадюмной тысячи лет до этого. So now this is the karya, that is the fulfillment, the desire he had. И вот это from the very beginning, finally, the finale has come. Кульминация всего, что наконец-то желание царя исполнилось. But there are so many loose ends in this story. Было еще много незаконченных таких под историей. So when the installation was ready, Lord Brahma came. Когда все были готовы к установке божества, Господь Брахман спустился туда. Took his kamandalu and he began to sprinkle water from his kamandalu. И водой из своего кувшинчика он стал опрыскивать себя, окроплять. So, when he sprinkled the water on the king Galamada, как только он окропил водой царя Галамадову, then he realized who he was in his previous life. Он вспомнил свое прошлое воплощение тут же. He was Yudhavir. Что он был храбрым Юдавиром. So Yudhavir, we learned from Kakabushandi, because Kakabushandi had said that I saw everything over a thousand years, everything that happened. Все знали из слов Какабушанди, который все видел в течение тысячелетий. So at that time Indradumna asked, where is my general Yudhavir? Что когда Индрадюмна стал всех расспрашивать, где мой генерал Юдавир? He said,
when you disappeared, then your general, he tried to protect your kingdom in your absence, and he died in a battle protecting your kingdom. So he died for you. Как рассказал, после того, как ты пропал без вести, другие цари стали атаковать твое царство, и храбрый Людовир доблестно погиб в битве, защищая твой трон. And he said, and what happened to my priest Vidyapati? Царь спросил, что произошло с моим верным жрецом Vidyapati? He said, oh, when he went to the Brahmalok, then Vidyapati was doing a yajna, and he was telling everyone, you don't worry, he'll come back. He promised to come back. После того, как ты отправился на Брамалоку, Vidyapati у всех убеждал не отчаиваться. Он проводил каждый день яги за тебя. И his fire yagi was like the fire of hope that you would return. Его пламя яги было подобно пламени надежды, что ты скоро вернешься. And he kept this fire burning for years and years until he was old when he died, and the fire went out. Он никогда не давал этому пламени потухнуть. Каждый день он проводил яги, а он потухло лишь только с момента его смерти. The king was thinking, all my friends, where are all my friends? Yudhavir, my faithful general, and Vidyapati, my faithful priest, and his wife Lalita, the daughter of the king of the swineherders. И царю было очень грустно, что его такие близкие, верные друзья, они не присутствовали в этом конечном событии установки Господа Джаганнатха. Где же Vidyapati? Где же Галавир? Где жена Vidyapati Лалита? Where is Lalita's cranky old father? И где этот сыновас? Vishvavasu, the one who was secretly worshipping the Nilamada before. И царь даже скучал по вредному сыновасу, отцу Лалиты. So even though he had his differences with, especially with Vishvavasu, but he was missing them all. Тосковал по всем, даже по бредному Вишвавасу. Now you are together with your god brothers and god sisters. Some of them you are fighting with, but when you're old, you will be crying and thinking, "Oh, I love him so much." I'm telling you now. Advance warning. Я вам сейчас заранее предупреждаю. Сейчас вы все в одной семье вайшнавской живете, и с некоторыми вы близко дружите, а может с некоторыми вы склочничаете или конфликтуете. Но я вам гарантирую, когда. You know, Srila Bhaktivedanta Ban Maharaj. Вы постареете, вы поймете. Had some differences with Srila Prabhupada. Это были центры отношения. Тогда у Бан Махараджа были некоторые разногласия. But in the last moment of his life, he was crying, "Oh, Swami Maharaj, Swami Maharaj." So Srila Prabhupada was in ecstasy. Но перед уходом из этого мира он так тосковал по своему другу и восклицал, "О, Свами Махарадж, где же ты?" So. Indradumna Maharaj was like this, but when Lord Brahma came, he began to sprinkle water from his kalatapa. Indradumna Maharaj так грустил по всем своим дорогим сподвижникам. And when he sprinkled Brahma стал отравлять всех присутствующих с водой. When he sprinkled the water on the king Galamadav, then Galamadav suddenly he turned into the person. He was the same person, but he remembered that he was Yudhavir, and he said, "Where am I? Where am I? Did I go to some hell?" Where a general who fails to protect the kingdom of his king goes. И когда когда Брахма отравил водой Галамадаву, то тот вспомнил свое воплощение генерала Юдавира, и он стал смотреть по сторонам, где я оказался, что я оказался в аду для тех воинов, которые не способны защитить своего царя. Then he sprinkled water on the Vishnu Sharma, the priest of Galamadav, the present priest of the present king. Затем Брахма брызнул водой на жреца Брахмана, который служил современному царю. And then he realized, oh, Indradumna Maharaj, it's me, you're Vidyapati. И он тут же вспомнил, что он Vidyapati, и бросился к Индрадумне Махараджу. Then that Vishnu Sharma, he had a wife who was a Brahmin. А Vishnu Sharma была жена Брахман. And he told her, and he pointed to this strong man who had come out of nowhere and lifted the log and said, "Bow down to your father." His wife said, "I'm a Brahmin. My father is not a swineherder." Then Lord Brahma sprinkled the water on this. Oh, Baba, Baba! Сынопасу, я дочь Брахмана. Когда Брахма брызнул на нее водой, она радостно с визгом бросилась к отцу и сказала, папа. Because that strong man would save the day,
It was Vishwavasu, the incarnated again. Потому что тот здоровяк, который из джунглей выбрался и вытащил бревно, это был никто иной, как сам Вишвавасу, свинопас, отец Лалиты. So in this way, what happened? Though Indrajumna Maharaj was the only one still alive, and they all died, but because of their love for Lord Jagannath, they all been born in Jagannath Puri again, but they didn't recognize each other. And then, this is called the denouement. It's the last moment of the play, where all the loose ends, everything is tied together, everything is perfect. So then they all realized who they were and all became connected by their love for Lord Jagannath and love for each other. Несмотря на то, что все вот эти персонажи, кроме Индрадюмны, они уже умерли тысячи лет до этого события, но благодаря их сильной любви и верности друг другу и общей цели, общей любви к Господу Джаганнату, они снова встретились. И вот это была удивительная кульминация этой драмы. So, if you see a drama by Shakespeare like As You Like It or Much Ado About Nothing, also in the last scene everything happens like that. У Шекспира тоже подобные развязки часто происходят в его драмах. All the evil people repent and become good. All the people who are fighting get back to each other. And all happens all at once. Как вам это понравилось? And then everyone goes, очень часто увиденные развязки происходят. So, that is the fifth part of preparatory, that is called Karya, the denouement. Это кульминация, пятая Карья. Now, the third one, now we're coming to the third one, because Śrīla Rūpa Gosvāmī. Śrīla Rūpa Gosvāmī says, the acharyas of Natya Vidya, the science of drama, they consider that the union of each karya avastha with one art of prakriti makes a sandhi. И Рупа Госвами говорил, что мастера драматургии, они считают, что вот эти сочетания каждой из пяти этапов действия, из каждого из пяти эмоциональных состояний героев, создает санди. So a sandhi is вот это состыковка. Essentially, sandhi means a juncture. Пересечение. And it means a section of the drama. То есть это каждый определенный отдел драмы. So the drama is divided into five sections. Пять отрезков драмы. So the Karyavastas, they show five developments of action towards the fulfillment of the goal. Карья Аваст, первая колонка. Это пять этапов действий, которые направлены от начала до конца, до достижения цели. The art of practice are the psychology of the hero and also subsidiary heroes, how they're developing. To the fulfillment, from the initial desire to the fulfillment of desire. Артха Пракрити – это вот это этапы психоэмоциональных состояний героя. So you have actions and desires, and when the two come together, that makes the actual. When each one comes together, it makes one section of the drama. So that is called the Mukha Sandhi, the first juncture, the Pratimukha Sandhi, the second juncture, the Garbha Sandhi. То есть у вас пять физических действий, да, физическое поведение и эмоциональное состояние. Когда они соединяются, то формируется санди. So, now, one may say, well, what's the need for these sandhis? Кто-то может сказать, в чем смысл, в чем необходимость этих сандхи? So, these sandhis have what is called sandhyangas. That means limbs. У вот этих пересечений есть подразделение. So, for one sandhi may have 12 limbs, another may have 15 limbs, and so on. У одного главного пересечения может быть там 12 или 10. So these limbs comprise the recipe of how to write the drama. Постепенных объявлений, вот они являются рецептом того, как написать драму. And the five sandhis are organized when the beach meets the bindu, it makes the mukha sandhi. То есть, когда происходит вот это поливание желания, да, как бинду появляется, то вот это называется мукха сандхи. Where the арамба meets the beach, it makes the mukha sandhi. То есть, нет, когда арамба, когда начало
первое действие совпадает с правлением, рождением желания, это называется мукхасанья. Where the yatna meets the bindu, it makes the pratimokkhasanya. Где ядна, попытка, соединяется с бинду, с каплей, то проявляется пратимокасанья. So when the прабхаса meets the батака, it makes the гарбасанья. So in this way, each the union of each of the Karyavastas and the other properties makes one sandhi. То есть это идет наглядно, вы видите, на одной параллели. То есть действие, эмоциональное состояние и главное сандхи. So everything is on the board. If you want to have the diagram, the whole diagram, like I have made here, I have sent it by email to Krishna Das, Dina Shan, Krishna Mahaprabhu, Prajananda, Pramkishore, Lalita, who else? Oh, if you want diagram, so if you want it, you can go to them and they'll forward the diagram. So, now, this is the classical formula for the construction of drama. So, all the poets, they know this. Все поэты знакомы, это классика. But in Natakashataka, Rupa Goswami wants to give illustrations, and especially illustrations from his own dramas about the pastimes of Radha and Krishna. В Натакчандрике Рупа Госвами хочет привести примеры из своих произведений, драматургических и особенно связанных с Лилами Кришны. So, for example, the example of Beech. Например, пример биджа, то есть семени желания. In the beginning of Lalit Madhav, or Vidagdha Madhav, we see that the action is bringing about some revelation of that Krishna is madly in love with Radhika and Radhika is madly in love with Krishna. So that is called Paraspara Anurag. Then mutual deep attachment for each other, that is the beach. То есть Биджа, Лалита Мадхава, Видагдха Мадхава, в поэзии Рупа Госвами вначале появляется намек или какая-то новость, оповещение о взаимной любви Радхи и Кришны друг к другу. Это Биджа. So, now, what happens is, as the Биджа, the desire is being revealed, and it's growing, then there should be some interruption. Но когда появилось желание вот это начинает прорастать, должно произойти какое-то препятствие. And then something should happen, which will be a bindu, which will make it grow again. А затем должно появиться что-то, что опять взлелеет это желание, усилит его. So in the Pratimokkha Sandhi, in the second junction, second act. Of Lalit Madhav, Akrura comes to Vrindavan. Akrura прибывает во Вриндаван. And takes Krishna away. И увозит с собой Кришну. So obviously Krishna leaving Vrindavan is going to make an interruption in the Paraspara Anurag, the development or the fulfillment of the love of Radha and Krishna. Это очевидно, что физическое отсутствие Кришны из Вриндавана нарушит возможность любовных отношений с Радхарани. So Rupa Goswami is going to give how he made the union of the yatna and the bindu in the Pratimokkha Sandhi of Lalit Madhava. И вот Рупа Госвами иллюстрирует, как он соединил вот эту ятну и бинду в Лалита Мадхаве. Эйтастурнам ниятакаратир ати мишрастхамистра бхавибабхьяпуна абхимая мангала сангамова. So, this verse is spoken by Purnamasi. Это слова, произнесенные Пурнамаси Деви. It's a very dramatic scene in Lalit Madhav when Krishna's chariot is about to leave. Это шипательная сцена в Лалита Мадхав, когда колесница Акруры вот-вот тронется. And the gopis have secret love for Krishna. И гопи все тайно влюблены в Which they hide from everyone in the village. Эту тайну они хранят от всех. But now, Krishna's leaving. If they don't stop him, he'll leave. And if they do stop him, then everyone try to stop him themselves. Then everyone will find out about their secret affair. Сейчас такое напряжение возникает, потому что если они ничего не сделают, не вмешаются, то Кришна просто уедет.
А если они что-то попытаются сделать, все узнают о их любви. So it's a very critical moment. Это критический момент. What should the gopis do? Как им поступить? At all costs, they should stop him from doing it. Любой ценой они хотят остановить его. They don't care. What anyone will think, because that stage is called the rag, where that which would automatically, which would ordinarily be a cause of pain, becomes a cause of happiness. So for a chaste woman to be discovered that she loves someone other than her husband, this should be worse than death. But because it's to facilitate the opportunity to serve Krishna, then they don't care. So they become overpowered with rag, with anurag, with rudabhav. Rudabhav means they forget everything. Who they are, where they are, and all the gopis run, and some of them are grabbing the wheels of the chariot. Some of them are lying down in front of the horses. Some of them are pulling the, you know, these reins of the horses to try to stop Krishna from leaving. Но пастушкам уже безразлично, что они подумают в обществе. Они обо всем позабыли, потому что их любовь достигла вот этого состояния раги. Вот эта особенность этого этапа любви, что то, что обычно бы приносило боль и стыд, становится причиной радости. То есть обычно для благочестивой женщины новости о том, что она изменяет мужу, это самое ужасное, это позорное, но им все равно, и поэтому они бросаются, окружают колесницу, кто-то хватает колесницу за колесо, кто-то ухватывается за вожжи, за лошадей. Some of them are lying down in front of the chariot, said, yes, you can go, but you should kill me, you don't need to stay alive. Другие бросились на дорогу поперек, бросились поперек дороги, блокируя путь лошадям. И говорит, если вы уедете, то убейте нас тогда. So Akrura, he drives a chariot in a zigzag way to avoid the gopis, and he manages to get away. И Акрура начинает лавировать между гопи, так зигзагом вести лошадей, и ему удается отъехать от них. Radharani, before he pulls away, thinks Krishna won't listen to me, but he'll listen to his elder brother. And Radharani comes and holds the feet of Balaram. Радхарани в таком замешательстве, она не знает, что делать. Она думает, Кришна меня уже не послушает, но может Баларам. But Balaram doesn't say anything to Krishna. Баларам как-нибудь повлияет. So then she tries to climb up onto the chariot herself. Радика бросается, ухватывается за стопы Баларама с мольбой, чтобы он остановил Кришну. Баларам никак не реагирует. Just as it starts moving. Радика начинает карабкаться на колесницу. Sakis think that she'll be injured, so they kind of pull her away. Радика пытается взобраться на колесницу, но лошади уже тронулись, колесница начинает отъезжать, и подруги Радики, чтобы спасти ее от травмы, они бережно стаскивают ее с колесницы. And as Radhika is falling off the chariot, she cries in pain, and Krishna doesn't even turn his face. И пальцы Радики уже не отрываются от колесницы, она падает назад и кричит от боли, но Кришна даже не смотрит. Because if he had looked once, he would not be able to leave. Он не может посмотреть, потому что он не сможет уехать. And then the chariot goes, and all gopis are devastated. Колесница отдаляется от гопи, все гопи в полном отчаянии. Then this verse comes. И тогда уже идет вот этот стих. Пурнамаси speaking. Произнесенный Пурнамаси. She says, look, look, here comes someone bearing a message from Krishna. Она говорит, посмотрите, идет кто-то с посланием от Кришны. So it's mentioned in Bhagavatam. Not in here's the details, but in Bhagavatam just says, Ayasyaiti Dautukai. Krishna sent some message that he would return. Бхагаватам так общими словами говорит, что Кришна послал сообщение о том, что он вернется, без всяких подробностей. So, Purnamasi, he's saying to the gopis, look, someone's coming bearing a message, and that person comes and gives the message, and then she reads it. Парнаваси, обращаясь к гопи, говорит, взгляните, кто-то идет с посланием от Кришны. Этот посланник подходит и передает сообщение Парнаваси. Она зачитывает его гопи. The message says, послание гласит, O beautiful, pious gopis, о прекрасные, благочестивые гопи, some anguished nights you may have to pass before you again attain my company. Вам предстоит пережить беспокойные бессонные ночи перед тем, как снова удастся быть со мной. So Purnamasi said, in this way, Krishna, the killer of Agasura, with the ropes of wood, he tightly bound the deer of the pran of the gopis of Vrindavan.
говорит, и этими словами Кришна, покоритель, победитель Агасуры, он веревкой надежды связал оленей праной Враджа-гопи. If you try to approach a deer, it will run away very quickly. Если вы попробуете стремительно приблизиться к оленю, олень тут же мчится от вас. So in the same way, the prana of the gopis was eager to leave there and then. Прана гопи уже готова была покинуть их тела. But by this message he sent through a messenger. По этим посланиям, которые Кришна передал. And the deer of the gopis prana was tied into their body by the rope of wool. Олени, праны, гопи, они стали связаны вот этой веревкой надежды. Because Krishna had not directly said, but he implied that he would come back. Потому что в этих словах Кришна пообещал, что он вернется, он не сказал когда и как, но все-таки он дал понять, что у них есть будущее с ним, что они снова встретятся. So this is Rupa Goswami himself is giving the example of Bindu. И вот это пример, что такое Бинду? So first the drama should create the desire. Then it should intensify it. Then some interruption should come, but when the interruption, then some drop should come to give it life, that it continues to grow. Поэтому в драме должно быть вот это биджа, зарождение, желание, потом какие-то надежды, потом препятствия, которые уже подавляют это желание, а потом бинду, опять появление, возобновление надежды. So, Rupa Goswami is giving another example of bindu. Rupa Goswami приводит еще один пример бинду. Krishna, time passed and Krishna is in Dwarka. Прошло время. Кришна находится в Двараке. In the meantime, Radharani, in the madness of separation, she thought she was seeing Krishna playing in the Jumur, and she just ran to play with him and disappeared under the waves. But за это время Радика однажды, подумав, что она видит Кришну в водах Ямуны, она ринулась за ним и ушла под воду, и никто с тех пор ничего про нее не знает. So everyone thought that Radharani had committed suicide. Все подумали, что она утонула. Все думали, что она просто рассталась с жизнью. So in the meantime, Krishna's in Dwarka. В это время Кришна уже находится в Двараке. And his heart is broken completely. У него разбитое сердце. He cannot live without Radharani. Жить без Радхарани он не может. Now he doesn't live in a dairy farm. Он уже больше не живет на ферме. Now he doesn't have to take the cows out to the field to graze it in the hot sun. Ему не надо каждый день под палящими лучами солнца пасти коров. Now he's a prince living in a vast metropolis of Dwarka with huge Akashatumbi skyscrapers made of jewels. Теперь принц живет в роскоши и комфорте огромного мегаполиса Двараки, в котором бесконечное множество небоскребов, построенных из драгоценных камней. But he's not happy. Но там он несчастен. Why? Because having all wealth and opulence, if you have not love, pure love, then you cannot be happy. Потому что без настоящей любви, настоящая любовь не заменит никакая роскошь, никакой комфорт, ничто. So, now this really shows the importance of drama. Вот тут выражается в полноте значимость, мощь драмы. Because Purnamasi Yogamaya was thinking, how can I try to soothe the pain of Krishna? Что Пурнамаси все думала, как мне помочь Кришне, как утешить его, как облегчить его боль. So Yogamaya Purnamasi came up with an idea, I'll write a drama. Она решила написать сама сценарий для драмы. So first, Rupa Goswami said that Purnamasi prayed to Bharat Muni. Rupa Goswami пишет, что сначала Пурнамаси помолилась за благословением, обратила их к Бхарату Муни. So you understand how important Natya Shastra is. Подчеркивает, насколько он уважает труд Бхарата Муни и его вклад. So Purnamasi Devi, she prays to Bharat Muni and then with his blessings, then she writes a drama about Krishna's Leela in Vrindavan. И сначала Пурнамаси помолилась Бхарату Муни, заручившись его благословениями, она пишет сценарий о Лиле Кришны во Вриндаване. So then you can see in our Guru Parampara, going back thousands of years, one of them is Narada. И вы видите в нашей цепиоченической преемственности Нарада Муни. So then Нарада Муни took the drama, the script from Пурнамаси,
and gave it to a Gandharva named Tumburu. И тогда Пурнамаси отдала сценарий Нараде Муни. Тот передал его Гандарве Тумбуру. So the Gandharvas are experts in singing and dancing. Гандарвы очень опытные актеры, танцоры. So then Tumburu taught the drama to a group of Gandharvas who were expert, very beautiful and expert at singing and dancing, to play the roles of someone who play Krishna, someone who play Radhika, someone who play different bridge passes. И тот собрал коллектив творческий среди гандарв и раздал им роли. Кто-то будет играть Пурнамаси, кто-то Кришну, кто-то Яшоду. So in Dwarka there's a theater. В Двараке есть очень красивый театр. And the, you know, just like in the Western theater. Как в западных театрах. In a Western theater, they have the royal box. You know, the regular audience sit here, but there's a balcony where the royal family sits, and they have the. И как во всех западных театрах есть такая царская лоджия или королевская лоджия, самые комфортные места. So in the theater in Dwarka, Rupa Goswami writes, there's a special balcony made of rubies. Where Krishna and his associates can sit to watch the drama performance. В театре в Двараке есть специальная такая рубиновая лоджия, где обычно сидит Кришна со своими друзьями во время спектакля. So Krishna, he goes up into the royal box with Uddhav and Madhumanga. Two quite distinct characters. И Кришна пошел туда с Удавой и Мадхумангалом, сел в эту ложу. So then. Krishna's on his way and he sits down in the royal box there and they're waiting for the drama to begin. Кришна сел в эту королевскую ложу и все ждут начала спектакля. And Krishna's just in a state of emotional breakdown. И Кришна уже в таком очень плохом состоянии, глубокой депрессии, находится на грани полного нервного срыва. He said, "Oh, playful girl." И он говорит, о, игривая девушка. Oh, girl whose eyes are like the Chakora birds. Девушка с глазами подобными птичкам Чакора. Oh, girl whose lips are like the bimba fruits. Девушка с алыми губами. Oh, crown queen of all the girls of Braja. От принцессы среди всех девушек Браджа. Do you remember just recently in the Ashram festival, I told the history of Radharani's Abhishek, coronation ceremony. Помните, совсем недавно в Астрахани я рассказывала историю о коронации Абишейки. So Krishna was remembering that and crying. И припоминая об этой коронации, Кришна рыдал. Oh, girl whose eyes are restless like Kanchan birds. Девушка с непоседливыми глазами, перед глазами, которые передвигаются как трясогузки. Oh, why have the wicked actions of fate brought you to this terrible end? За что свой рок проведения довел тебя до такого конца? Because he heard the news that Radharani had disappeared in the Yamuna. Что Кришне доложили о том, что Радика исчезла в водах Ямуны. So then, Madhumangal is sitting there and he's looking over the balcony and saying, "Dear friend, it's very difficult for me to see from here. Where is Radharani exactly?" А Madhumangal сидя, опираясь бархатный край ложи, он выпячивается оттуда, смотрит по сторонам, по театру, говорит, мой друг, мне ничего не понятно, где это Радхарани, ничего не вижу, где она? Мадхумангал не понимает, о чем Кришна говорит. Это как он всегда, как шутка роковая себя ведет, вот он продолжает в том же духе. So now the example of Bindu comes. И сейчас опять появится пример. Ниринам шу, нинам шу, арта мукарам мудисча чанда дютея. The meaning is, Krishna says, "Oh friend Madhumangal." Krishna said, "Друг Madhumangal." Now I am tortured by hope. Теперь меня начала терзать надежда. Why? Because when Radharani disappeared, her maternal grandmother, Mukara, could not live. После того, как Радика исчезла в водах Ямуны, ее бабушка Мукара не пережила смерти внучки. So you know, not far away, about a couple of kilometers from Radhakund, there's a village called Mukarai. Вы знаете, в нескольких километрах недалеко от Радхакунды расположена деревня Мукарай. So that is Radharani's mother, Kirtida Maya's mother. Это деревня, откуда родом мама Radharani's maternal grandmother.
мама мамы Рани, ее бабушка, мама. So she's very important in Krishna Lila because Radharani can tell everyone, I've just gone to visit my grandmother. Она важный персонаж. And she's actually going to Radhakut because it's quite close by. Очень важный. So it's a good pretext, excuse. Важный персонаж Лила Кришна, потому что Радика может всегда воспользоваться предлогом, что она идет навестить бабушку или тайком сбежать на Радхакунду. Now, another Mukara also has so much love for Krishna and is very intimately related to Krishna. Why? Because when Krishna's mother, Yashoda, was a baby, Mukara was her wet nurse. И Мукара тоже как-то очень близко связана с семьей Кришны, потому что она была нянечкой Яшоды, когда Яшода родилась. You understand wet nurse? Кормилица — это как заменитель маленького. When a woman has a baby, and then there's a woman who helps her take care of the baby, but that woman also has breast milk. So the nurse who also gives breast milk to the baby is called the wet nurse. Так как вторая кормилица ребенка, которая помогает матери. So Radharani's maternal grandmother, she used to feed Krishna's mother Yashoda of her own breast milk. So that's how close this is. Мукара, бабушка Радарани, она была такой нянечкой для маленькой Яшоды. Uh-huh. Поэтому они очень близки, эти семьи. So when her granddaughter was gone, поэтому, then Mukara she decided I should also give up my life in the Jamuna. И Мукара узнала, что внучки не стало, она решила тоже расстаться с жизнью в Ямуне. And then she was just about to jump in Jamuna when she heard a voice coming from the sun planet. Но когда Мукара уже стояла на берегу, готовая броситься в воды Ямуны, она услышала голос с небес. And that voice says, "Don't give up your life. Your granddaughter Radha is safe. She has entered into the celestial world of Surya Lok." Голос возгласил: "Ты, пожалуйста, не отчаивайся. Верь в лучшее. Твоя внученька, она на планете Бога Солнца. С ней все хорошо." So then Krishna is in the box before the drama and he's speaking to Madhu Manga. Но Кришна, он сейчас разговаривает в ложе с Мадху Мангалом. He said, I heard that a voice in the sky told Mukara that Radharani was still alive somewhere in the celestial sphere. And the nectar of those words is now sprouted one single blade of grass of hope in my heart. И Кришна делится с Мадху Мангалом. Как мне рассказали, что Мукара услышал этот небесный голос. И вот эти новости дали мне надежду, росток надежды появился в моем сердце. Those words heard by Mukara have caused a single blade of grass of hope that one day I will see Radharani again. Травинка надежды выросла в моем сердце. То, что я когда-нибудь в будущем увижусь с Радикой. But just as the first spring of grass is spiky, Krishna said, but that newly sprouted hope is now painfully piercing my heart because it's unfulfilled. Но вот обычно первые растения такие колючие, остренькие, стебельки, поэтому Кришна говорит, сейчас этот росток надежды колет мое сердце, причиняет мне боль. So that is the example Rupa Goswami is giving of Bindu. И это пример Рупа Госвами Бинду. Okay, when you only hear the terms, then it's all very theoretical. But when you hear the illustration, So begins with the bij, the desire. Все начинается с желания, семечко желания появляется. And then the desire somehow gets interrupted. Потом почему-то что-то препятствие появляется этому желанию. Then the incident which comes like a nectar drop on that to bring it back to life and make it more intense, that is called the bindu. Происходит какое-то событие, потом на капле нектара, которое проливается на эту надежду. And when the bindu meets with the yatna, that section of the drama is called the pratimokasan. И когда бинду встречается с ятной, с этой попыткой, то это вторая пратимока санди драмы. So then, the flattery. Flattery. So, that is the subsidiary plot. Patakova flattery.
Патака. Это третья Атха Пракрити. То есть это второстепенный сюжет. So, what would be an example of a Pataka subsidiary plot in the Ramayana? Пример, какая Патака в Рамаяне, второстепенный сюжет? Рама и Сугрива стали союзниками. I'll help you get your wife back if you help me get my wife back. Они стали договорились, что я тебе помогу вернуть свою жену, ты мне помоги вернуть мою жену. So Sugriva is king of all these. Сугрива, он царь медведей. So when Lord Ram kills Bali and then Sugriva gets his wife back, then Sugriva with now Ram, he didn't have an army, now he's got an army because all the monkeys will come with him and he's ready to invade Lanka. Рама пожал Сугриве, он убил Бали, Сугрива вернул жену, и теперь у Рама, у которого до этого не было армии, теперь у него появилась армия медведей, возглавляемой Сугривой. So in the Ramayana, the Pataka, the subsidiary hero, that is the life story of Sugriva. Жизнь Сугривы и это Патака, второстепенный эпизод Рамаяны. So it's not just one episode, but it's something that extends. Цепь событий, которая идет параллельно. From a certain point and it extends quite far, almost to the end. В течение Рамаяны, то есть параллельный сюжет идет. Now, here's a very good question. Okay. In Krishna Lila. А в Кришна Лиле? In Srimad Bhagavatam. Bhagavatam. Who is the Pataka? Второстепенный сюжет Pataka. Паричитма Кришна. And that's like a baby when Krishna is born. Krishna Lila, not Srimad. In Krishna Lila, yeah. So, Krishna Lili, this is your homework. Ваше домашнее задание. You have to discover who is Pataka in the pastimes of Krishna. Вы должны. So we'll hear from you tomorrow. До завтра задуматься, кто Патак сюжет. Патака, второстепенный сюжет в Лила. Don't try to answer it now. You have a question. Не смейте пытаться ответить на этот вопрос сейчас. I'm coming to that's the next subject, pardon me. That's the next part after Pataka. Go to Brahmanandi! Did you hear? Who is the Pataka in Ramila? Just every Hindu should know. Who is the Pataka in Ramila? Come on, and the question, that's your question, the question for everyone's homework. In Krishna Lila, who is the Pataka? Don't say it. Okay, so you think about it and tomorrow you can tell me an answer.